Привет, друзья! Вы на канале Просто Детки. И у нас сегодня на летсплее Иван Царевич, тезка мой, и Серый Волк 3. Давайте с этой игрушкой познакомимся. Когда-то давно я, по-моему, пробовал в нее играть, но вот что-то как-то и не пошло. Давайте попробуем еще раз. Здесь куча уровней, ничего себе. Наверное, будет интересно. А может, это не та игра, что я думаю? Ого. Ты кто такой? Ты чего мне здесь гадости всякие делаешь? Догоню, пока лечу. О, класс. Ну что, ребята, приступим к спасению нашей Василисы. Приступим, только Иван какой-то хлипкий, мне кажется. На богатыря совсем не похож, да? Такой худенький, как будто его не кормили уже месяц. К счастью, мы находимся в 39-м царстве. И тут все, в общем-то, знакомо. Это да. Не забывайте, что нужно работать в команде. Это залог успеха. С этим не поспоришь. Используйте кнопки с изображениями персонажей, чтобы менять действующего героя. Ага, понял. Вперед, друзья мои. Итак, приступим. Как скажешь. Подходим сюда. Заперто. А ведь любую дверь можно открыть, не так ли? Ну, это не совсем дверь, конечно, но можно сказать и дверь. Но не суть важна. Интересно, для чего эта кнопка в полу? Попробуем. Давай узнаем. На нее. Переключаемся на Серого Волка. Уже иду. А как прыгать? Ну что, Серый, справишься с препятствием? А за это покормят? Серый, по-моему, тоже не ел уже очень давно. Ты придумал. Так, подходим на кнопку. Кнопка действует, пока она нажата. Запомни это. Да, то есть если отойдем... Оп, уже все. Это я понял, то есть переключились на Ивана. И идем. А вот и сундучок какой-то. Он еще и царя-батюшку нашего обобрал. Да ладно. Это нужно немедленно вернуть в казну. Старайся собрать все. Понятно, я думал, это у чародея забрал этого. Так, собрал? Нет, не собрал. Собрал. Так, а что мы теперь делаем? Рычаг может переключать состояние чего-либо, механического или магического. Угу. Теперь переключаемся на волка. Собой не соскучишься. И уже идем и дальше. Ловко ты придумал. Ты вполне можешь спрыгнуть на уровень ниже. Не бойся. Хорошо. Уже иду. И отберем еще один сундук. Что Иваном, что волком можно брать сундуки. Заказывали. Так, переключаемся обратно, ну и пошли к третьему сундуку и, скорее всего, уже к финишу этого уровня. Ой. Да. Ну не все так просто, блин. Сбежал с Василисой! В погоню же скорее! Тебе легко говорить, ты просто командуешь и все. Так, ну время прохождения, как видите, немного долгое, потому что пока я управление это настраивал, пока там все. А, ну, в принципе, а что сказать? Первый уровень всегда такой. А, можем продолжать. Раньше, по-моему, все по-другому было, я не помню точно. О, я тоже так могу. И пакостит, и пакостит. Ну, пока уровни несложные. Но от нас не улизнешь. Мяу! В погоню! Хорошо, так, давайте. Не советовал бы рисковать жизнью и прыгать, Ванюш. А я прыгнул. Попробуй выдвинуть мост. Я думал, мозг. Попробуй напрячь мозг, да? Кнопка или рычаг. Хорошо, поищем. Так, для начала спустимся. Это логично. Раз так лестницы точно. У нас появились, идем к рычагу. Так, переключаемся на волчика. И идем вот сюда к кнопке. Готово, вот, здорово.
Пускай там постоит. Ага. Я мигом. Я мигом. Мы идем обратно. Как скажешь. Есть. Рычаг ведь он обратного действия не имеет, да? То есть. Я мигом. Он раз нажался и все. Так точно. Так. Я стоп, а там кнопка. Давайте сначала возьму сундук. Тут все готово. Не-не-не, пока я вот так сделаю. Так точно. Опять открылся. Так точно. Теперь сюда. Опа, все, теперь можем переключиться на волка, по идее. Говори, сделаю. А интересно, он может по лестнице Ты лазить? А, он прыгать может. Волк, сможешь туда запрыгнуть? Думаю, у тебя должно получиться. Хорошо, я вон тоже так думаю. Молодой и сильный. Да, то, что молодой согласен, а то, что сильный не очень. Хе-хе. Аллея, оп. Прям дрессированный волк у нас. Уже иду. Мысли мои читаю. Вот, становимся на кнопку. Переключаемся. Как скажешь. Иду. Так точно. А-а-а-а-а. Ну ты руки прочь. Какой-то странный этот гад. Тягает за собой клетку. Так, этот уровень мы прошли уже немного быстрее. Но дальше будет не быстрее. Почему? Потому что уровни усложняются. Здесь уже с двух сторон вот карта. Придется в разные стороны ходить. Это не быстро. Эх, чтоб его быстрее за ним. Так, волк, ты, наверное... А, ты ж можешь наверх запрыгнуть, по идее, да? Смотрите-ка. Ха. Элементарно. Подождите, давайте попробуем. Я за него. Мне кажется, немного не так. Здесь видите? Что делать-то придумал? Будь подарок. То есть сначала нам нужно все-таки Иваном нажать на кнопку. А теперь волком прыгнуть наверх. Вот он нажмет кнопку, и что это будет? Что-то случилось, а ну-ка. Я за него. А, вот мостик, мостик открылся. Так точно. Иду. Не-не-не. Вот же, ушел. То есть я верхний сундук не взял, видите? А-а-а, караул. Я понял. Ошибку понял. А нельзя это пропускать. Все, вот я понял ошибку. Ах, что? Так. Иван, ты сразу становись сюда. И все, мы тебя больше не трогаем. Уже иду. Так, теперь туда. Готово, парень. Берем сундук. Возвращаемся к кнопке. То есть этот уровень очень даже такой себе быстрый. Сделано, как скажешь. А я думал, будет сложнее. Батюшке-царю два раза сундуки заработали. Так, 45 секунд всего длился этот уровень. Когда знаешь, как его проходить. Так-так, кажется, ваши пути здесь расходятся. Ой-ой-ой. Не надо. Серый, советую тебе посмотреть, что за этим узким проходом. Так, а я думаю, почему он такой худой? Его специально не кормили, чтобы он мог в щели в такие лазить, да? Так, ну что, серый, давай. Уже иду. Ага. Так бы сразу сказал. А если был бы такой упитанный волк, то он бы не пролез. Будь по-твоему. Так, посмотрим. Так бы сразу сказал. Будь по-твоему. Перепрыгивай. А вот и кнопка. Так бы сразу сказал. А дальше что-то есть интересно? Давайте я посмотрю. О, видите, то, о чем я говорил в прошлом уроне. Уже иду. Сначала все проверить нужно. Будь по-твоему. А потом вот... Ой, не, тихо-тихо. Чего ж ты сошел? Все готово. Все, полезли наверх. Есть. Иду. Так, о, ковер-самолет, ничего себе. Ковер-самолет младше. А где старший? Прекрасное инновационное достижение ткацкой промышленности 39-го. И намного надежнее, чем обычный лифт. Попробуй сам. Этот экземпляр, похоже, работает автоматически. Может с легкостью перемещать тебя между этажами. Иские стрелочки показывают направление его движения. Круто. Иду.
Опа. Так, рычаг. Включаем. Вот и отлично. Второй сундук собрали. Только пока мы сейчас будем по нему идти, скорее всего... Нет, успели, да? Так точно. Как скажешь. Так, подождите. А здесь? Я мигом. Как скажешь. Вот сундук, видите? Так и знал, что где-то есть подвох. Так точно. Мало здесь пройти уровень, нужно пройти его еще. Хорошо. Как скажешь. Да давай же вниз, как ты так ты? Так точно. Иду. Так точно. Страшно тебе, что ли? Как скажешь. Иду. Я мигом. Вот, прошли. Ничего не бойся, рано или поздно догоним. Так, пройден уровень. Ваня, миленький, есть. Меня. Так, бегу, подождите, Милёя. Интересно. Так точно. Так, видите, иду. Здесь все закрыто. Собой не соскучишься. Хороший ход. Нужно сначала что-то нажать. А, видишь, еще и вверх, вот. Сначала сундук взять, а потом уже дальше все нажимать, иначе... Опять потом пропущу сундук. Давай, давай, не жди, а то сейчас оно едет. Так, а вот и кнопка. Одна, вторая. Ничего себе. Ладно, сначала пройдем здесь. Так, а ну-ка, посмотри, что там за вторая кнопка. А, вот она какая. Готов. Так, я вот не знаю, может мне сначала туда сходить? А, тут троечка, не все так просто, ладно. Едем вниз. Так, ой, блин, видите, оно по времени тут ограничено. Так, секундочку, вот сундук еще один. Обязательно. А вот и рычаг. Так, дальше третий сундук. Возвращаемся. Как скажешь. Сюда. Так точно. И волк нам включит третью кнопку. Все, все сундуки есть. Выпущена. Есть. Это платформа, в общем, и мы можем пройти этот уровень. Как-то так. Да, противный, точно. Непонятно, зачем я похитил. Таскает за собой. Как торбу писаную. Так, 5 уровней прошел. Блин, а их здесь целых 15. А допустим... нет, нет никаких тут звезд. А, чтобы открыть, получается, следующий этап. А это нужно нам собрать хотя бы 35 звезд. То есть не все 45. Это, получается, нужно... пройти хотя бы 10 уровней на 3 звезды, да? Ну и там остальные по одной, грубо говоря, можно. Я стараюсь все проходить по 3 звезды. Так лучше. Ага, получается приключение, да? Ладно. Давайте сначала вот так. Уже иду. Проходим сюда. Уже иду. Так, для начала можно взять сундук тоже. И опять переключаем. Открываем вот. А, так вот. Ой-не-не, блин. Видите? Поспешил. А можно переиграть успеть, да, чтобы не ждать все это. Вот такая вот спешка. Так, сделаем так пока. Да, держись, держись. С таким темпом мы не скоро. Там перепутал, там перепутал. Так, сюда иди. А теперь не спеши. А, подождите, вот так же нужно делать еще, да? Теперь на волка. Взять сундук. Обязательно вернуться, иначе Иван не пройдет. А теперь с тремя сундуками пускай, пожалуйста, проходит. Совсем другое дело. Да, когда вот со второй попытки проходишь, то видите, намного все быстрее.
потому что уже знаешь уровень. Я мигом. Ой. Так, здесь нам нужен волчик. Он запрыгнет наверх. Ловко ты придумал. Так, а там подождите. К вашим услугам. Иду. Я мигом. Ага, там вот ковер-самолет. Он летает, причем как-то интересно. Так, а здесь что-то есть? Конечно же, сундучок. Так, переключились. Стой, 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 стой. Вот, отлично. Дождался нас. Уже иду. Не-не, подожди, там, скорее всего, еще сундук есть, по-любому. Или нет? Уже иду. А, вот еще одна кнопка, да, видите? Готово, парень. Так, а ну-ка, попробуйте переключиться. Ага. А, не-не-не, то есть это потом нужно. Что придумал? Готово, парень. Я думал, опять меня хотят обмануть, чтоб я сундук лишний не взял. Готово, парень. Но не все тут так просто. Ой, а как так? Подожди. А почему он так? Смотрите, он не останавливается. Не-не, тебе туда пока нельзя. Так, что-то здесь не так. Мысли мои уже иду. Мои мысли прочитайте, почему что-то не так. Ловко ты придумал. А, вот. Вот так сюда можно. Я волком не допрыгнул. Так, второй сундук. Уже иду. Иду, наверное, за третьим, да? Как скажешь. Точно. Иду. Все, есть три сундука. Дальше дело техники. Причем можно уже на волка не переключаться. Сразу сделать вот так. Да сейчас, секундочку. Еще немного и помогу. Честная, честная пионерская. Так, здорово. 2 минуты всего заняло. Последний, наверное, уровень сегодня пройду. Уже 8-й. Отпусти ее, а не то пожалеешь. Да, по-любому, подтверждаю. Будешь жалеть есть. Долго. Так, а что это за... А, это, видите, здесь подсказка. Я даже не видел, ни разу, видите, не пользовался. Волк с другой стороны вообще, на другом конце. Так. Ловко ты придумал. Ловко ты придумал. Мысли мои читаешь. Давай, мысли давай. Так бы сразу сказал. Как-то так вот. Переключаемся. Как скажешь. Вверх поедешь. А если сюда, подождите. Не, сюда не получится. Как скажешь. Стоп, стоп, что здесь у нас ничего? Так точно. Вот это да. Я мигом. Вот, отлично, по идее. А ну-ка, не, давайте сначала, раз такое дело, мы сундук возьмем. Иду. Сундучок. Как скажешь. Так, а дальше? По идее нам... А, не-не-не, нам нужно на соседнюю перейти. Скорее всего. И сюда, да? Ой. Так, а единичка что у нас здесь? А, вот мы сюда можем уже пройти. Уже иду. Будь по-твоему. Ловко ты придумал. Уже иду. Прыжок, а вот единичка. А, стоп, не-не-не. Нам там сундук. Хорошо, хоть он рядом, потому что если бы он чуть дальше был, я про него забыл бы, не подумал даже. Так, так. Есть. А ну-ка. Вот и сундук. Всё, 3 сундука. Так точно. Только я не понял, как вторую дверь открыть. Ага. Хороший ход. Ты уже забыл просто. Мысли мои читаешь. Хороший ход. А вот... А, вы видите. Будь по-твоему, всё как заказывали. Нам нужно рычаг другое положение теперь, да? Тут я. Как скажешь. Ой, не-не-не. Это что-то я здесь вообще не то сделал. Есть. Единичка. Так, серый, где единичка? Так бы сразу. Хороший ход. Что-то я уже забыл. Не-не-не. Уже иду. Уже иду. Уже иду. Единичка здесь.
Ловко ты придумал. Уже иду. Что-то я запутался окончательно. Под конец. Я мигом. Есть. Так точно. Есть. Ой, что не то делаю. Как скажешь, как скажешь. А, ну-ка. Тут все готово. Четверочка. И где теперь четверочка это? Тут все готово. Тихо, есть. Тихо. Ага. Так точно. Как скажешь. Есть. Так точно. Есть. Я мигом. Так, а мне двоечка нужна, как или скажешь? Что мне нужно вообще-то? А, вот. Вот, как-то так. Получается, направление движения самолета, наверное, ковра самолета поменял. Все, три сундука, то есть больше уже ничего нельзя взять. Иду к финишу. Вот только сказал, что последний уровень сразу так вот много времени он занял. Так, ну что ж, Иванушка, давай ты, ну не Иванушка, Иван-Царевич, немного подкачайся, спортом займись, пока я буду отдыхать. А в следующем выпуске, чтобы я пришел, ты уже был молодцом, таким большим, сильным, накачанным. Да, понравилось, стопудово. Половину 39-го царства прошел, остальную половину пройду уже в следующий раз. На этом с вами прощаюсь, друзья. Если вам понравился этот выпуск, эта игрушка, то скачивайте ее себе, проходите. А также не забудьте поддержать это видео своим лайком. И до новых встреч. Пока-пока.